Два иностранца решили подзаработать в центре Одессы. Заработок был простым. Подходили к прохожим, били по голове и спокойно грабили. За один вечер умудрялись охватить сразу нескольких одесситов. Один из потерпевших обратился в полицию. У него после такой встречи врачи констатировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Працівники портофранківського відділення поліції затримали двох іноземців, які на території Приморського району скоювали напади на перехожих та привласнювали їх майно. На рахунку правопорушників 9 грабежів. На даний час правопорушників затримано та відносно них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правонарушителями оказались два брата 28 и 29 лет, приехавшие из соседнего государства к нам погостить, ну и трудоустроиться. На счету у злоумышленников 9 грабежей. Отпираться долго не стали и прикрывать друг друга тоже. Там были брат, еще один его, этот, ну, знакомый были. Ходили они там, этого, ну, видел там метров 50, как они. Он, этот, друг его как ударил, тот упал, короче. И что забрали, не забрали, я не видел. Возле Дерибасы. Забрали у меня там телефон и $200. Я же, я говорю, всего пару раз выходил, и то я не рад, потому что связался не теми людьми, а теми компаниями. Я брал себе. Грабители задержаны и содержатся под стражей. Устанавливается причастность братьев к аналогичным преступлениям. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Полиция обращается к гражданам. Если вы пострадали от этих лиц, звоните по телефонам 102 или 779 4061.